Белорусские таможенники в пункте пропуска «Котловка» задержали сегодня грузовик российского перевозчика, в котором обнаружены товары, не заявленные в сопроводительных документах. В них было указано, что через границу перемещают почти 20 тонн тушеного мяса. Фура ехала из Калининградской области в Самару через Литву с пломбами российского перевозчика на грузовом отсеке. Но после рентгеновского сканирования стало ясно, что в кузове есть и незаявленные товары. Оказалось, что между коробками с консервами спрятали мешки с грунтом. В настоящее время проводится оперативное мероприятие по установлению всех фактов, имеющих отношение к данному нарушению законодательства. Менее 2 месяцев назад в этом же пункте пропуска было выявлено незаявленное в товаросопроводительных документах новая брендовая одежда общей стоимостью около 20 тысяч долларов США, которая также перемещалась из Калининградской области под пломбой российской таможни. Груз и водитель временно задержаны. Сейчас идет пересчет товара, а также детально изучается преступная схема перевозки товаров из Калининградской области на остальную часть России через Литву. С аналогичными случаями белорусские таможенники сталкивались еще в прошлом и позапрошлом году.